уже не первый раз в Ялте. И я думаю, что для нас, россиян, это очень удобный климат, очень приятная здесь обстановка, приятный прием. И вот даже детей сюда привозят в шахматы играть. Я вообще поразился. Так сказать. Тут проводятся и фестивали, и кинофестивали, и шахматные фестивали. Поэтому, так сказать, приходит очень много интересных людей, которые здесь проводят свое время.